Привет всем, кто заглянул ко мне на канал. С вами Марина. Сегодня буду шить из ярких лоскутов. Это шелк вискоза атлас. Конечно, для лоскутного шитья вроде бы ткани неподходящие, но я покажу именно тот метод, тот способ, чтобы у вас все получилось, работа будет качественная и вам понравится. Я взяла все лоскуты, проутюжила, нарезала какие-то фигуры, и вот смотрите, какие цвета я подобрала. К каждому однотонному лоскуточку я выбирала какой-то цветной. Да, у меня целый мешок таких обрезков мне подарили. Каждый лоскуток я приклеила на флизелин. Поговорим на эту тему. В комментариях пишут, что флизелин – это очень дорого использовать в своих работах. 25 рублей 1 метр, точь, ширина 90 сантиметров. Сегодня я на 10 рублей использую флизелин. Это дорого, дорогие мои? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Каждый свой фигурный отрезок я ножом один край обрезала, чтобы он был ровный. Теперь соединять буду два лоскуточка любых фигур, какие вам нравятся. Знаете, эта работа очень увлекательная. Мне так понравилось сшивать. И сначала я боялась, думаю, что все-таки атласные ткани и лоскуточки большие. Но у меня все получилось. Я беру иглопробивное полотно. Можно взять любой утеплитель, уплотнитель, кухонную салфетку. На синтепон не знаю. Наверное, труднее пришивать на синтепон. Пробуйте, дорогие мои, и пишите в комментариях. Может быть, кто-то уже этим методом шил именно из атласных шелковых лоскутов. Напишите, получилось ли у вас. Можно пришивать каждый лоскуток, а можно соединить три и сразу пришить. Про нитки. У меня большой запас разных цветов ниток. Это мне очень помогает в работе, потому что я буду делать теперь стежку на обыкновенной машинке и обыкновенной строчкой. Я это показываю, как я прошиваю. Сначала хотела этот кадр вырезать из видео, потому что говорю заранее. Я потом все распарю. Мне эта стежка, которую я вам показываю, не понравилась, но она тоже нормальная. Если каждый лоскуток в этом стиле прошить, то общее изделие будет смотреться отлично. Но я пробую, экспериментирую и потом сделаю совершенно по-другому стежку. Этот вариант мне понравился лучше. На расстоянии 1 или 1,5 сантиметра надо проложить строчки, чтобы в каждый у нас лоскуток был пришит качественно и прочно. Очень красиво, работа мне нравится. Трогать приятно. Вот атласные шелковые ткани, тактильные ощущения рукой – это очень приятно. Хлопковые ткани я тоже очень люблю, но хочется разнообразия, сами понимаете. Все вроде бы просто, но некоторые правила соблюдать надо. А эта ткань мне напомнила пионерский галстук. Цвет точно такой же. Осталось совсем немного пришить уголочки. У меня получается заготовка 50 на 50. Может быть, это подушка или будущее покрывало. Я пока точно не знаю. Сегодня работа у меня просто шикарная, я считаю, красивая. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Мне будет приятно, а вам не трудно. У меня в голове много новых идей. И до новых видео. С вами была Марина. Всем хорошего настроения и удачного творчества.